Так. Нам нужно двигаться дальше. Снова к заданию, как всегда. Так, это что-то непонятное. И, как всегда, осматриваем все потайные места. Ну, тут так темно, что ничего не видно. Но, вообще все предметы, они в основном подсвечиваются. Так что, как бы темно здесь не было, но здесь реально темновато. А, включить свет, наверное, да? Здорово. Так. Ну, тут пофиг. А, идем вот сюда. А, ну, здесь кроме этого чувака ничего нет. Кстати, кто это? Что ты палец сосешь? Ты лучше пососи этот. Так, а, не понял. А во, все. Опоздали. Твою мать. Вот что он имел в виду. Че, пчелы покусали? Придется искать другого оружейника. И комары. Нет. Его не вернуть, Элизабет. Не вернуть. Что? Как вы... Я вижу орла. А я решку. Здесь все дело в точке зрения. Вы преследуете нас? Кто вас послал? Гамсток? Что ты видишь? Чего вы хотите? Угла. Мертв. Слушай. А с этого? Жив. Букер. Чен Линь. Че? Я чувствую себя неловко. Тело пропало. Его тут не было. Это другая Колумбия. Это новая Колумбия. Та же монета. Но другая точка зрения. Орел. Решка. Мертв. Жив. Мы должны пройти. Давай. Другую Колумбию, но... Как? Тут как с велосипедом. Ты ведь не разучилась. Просто нужна смелость сесть на него. Если мы войдем в разрыв, вернуться навряд ли сможем. Ну так ты уверен, пошли. Ты готов? Нет, я не хочу. Но по игре да, надо. Открывай. Тут больше ничего нет, вроде бы ценного, так что идем. Пожалуй. А ты где? А, вот. Смотри. Крови нет. Да я уже давно это видел. Это другой мир, Букер. Какой? Другая Колумбия. Что-то мне подсказывает, что здесь исчез не только труп оружейника. Ну, мне непонятно. Мы куда-то вернулись в другое время, что ли? Прошлое, будущее, еще что-нибудь там, да? Так, ну это какие-то пулеметы. Какой-то он красненький. Ну, нормально, наверное, нормальный. Так, ну здесь вроде ничего не появилось. Ладно, идем дальше. Магазинная винтовка. Это, наверное, есть это. Так. Может, еще отмычка? Не. Так, идем наверх. Правильно, да? Да, идем наверх. Здесь какие-то люди. Насрать на них вообще. Так, только патроны жалко тратить. Просто так. Может, здесь что-нибудь появилось? Да, здесь бочка, но она пустая. Либо я просто пропустил ее. Так. Этого. А этот здесь. Ну, не знаю, куда мы попали. Я думаю, это соли. Так, это баг. Мой. Здорово. Не понимаю, как Чен Линь может быть жив. В этом мире его не убили. Это, видимо... Думаю, мы скоро узнаем. Вообще другой мир какой-то. После такого изменения вряд ли все остальное осталось прежним. Да, что тут какие-то тряпки красные везде, заметили? Они... Я их подержи убил. У себя! А ты вроде... Подожди, а ты вроде туда побежала. Букер, а. У них у всех... идет кровь из носа.
голова. Но я тебя избавлю от мучений. Тебя тоже? Ну все, до свидания. Кстати, с них ничего не упало. Ну ладно. Что с ними было? Они помнят. Вспомнили что? Её смерть. Говори четче. Понятней. Что происходит, Сансмарк? Да ё-моё. Ты начальник охраны. Да. Может, объяснишь, что эта парочка делает внизу? И как они прошли мимо твоих людей? Молодцы! Спасибо! Да. Хочешь выставить меня дураком перед боссом? Ну ничего! Какая быстрая перезарядка, ну скорострельность. В том мире его труп свисел на стене. В том мире? А, у меня уже голова кругом идет. Да, нарвался ты. Так, соли. Пожалуй, надо взять. Раз есть такая возможность. И нам наверх. Но здесь у нас какие-то комнаты. Туалет. Видимо, в тот раз я его здесь не осмотрел. И еще один туалет. Но здесь кое-что интересное у нас. Так, и здесь у нас что-то. Ясно. Нашла деньги. Вот, держи. Так, а вот тот автомат. Пойдет. А там патрончики. Да-да-да, патрончики. Так что нужно купить. Так, и на... Ручная пушка. Круто. Идем. Идем дальше. Так, нам, по сути дела, назад, да? О, да. Так, только куда? А это у нас... А, ну это у нас, подождите, там нет никакого для снайперской. Нет, вроде бы. Это зовёшь оружием? Это не оружие. Так, всё-таки я решаюсь идти дальше. Так, нам сюда, да? Площадь Чанья. Отлично, сохранение. Гиены — коварные, подлые животные. Бойтесь гиен! Они посмеются над вами и оставят вас в дураках. Ой, извините. Так, а это что за господин тут? Забыл. Лошадь электронная. Ой, механическая электронная, говорю. На этих лучше снайперку. Ой. А, с первого раза. Так, с этого пусто. А, нет, что-то было. Какая зенитка? А, вон там, да? Что такое? Так, непонятно, что это там. Да что там? А. До свидания. Так, вот там господин один. И вот этому. Перезарядка чуть такое было. Ну-ка. Раз. Еще. Еще минус один. Еще минус один. Этого не с ваншотика. Так, я не понял, что происходит. Он жив, что ли? По головам лучше всего. Так, а нам туда, да. А здесь у нас что-то есть. Отмычка, нет? Пистолет. Привет. Что-то у тебя. Аптечный набор. Патрончики для снайперской винтовки. И для ручной пушки. Полностью? Да неужели? Подержи у себя. Почаще надо подходить к автоматам, она монеты дает. И
показывает, что деньги не главное. Художник Сера не брал платы за свои картины. Да так. Что там, сам Джордж Вашингтон стал президентом за символический гонорар в $1. Блин, они исчезают. Чувачки все эти. Ну, может быть, только те, в которых нету боеприпасов или каких-то штук. Ну, блин, ну, по-моему, они все исчезли. Опачки. Смотри. Видимо, Финк работать тебе не даст. Ну, я ж попал. Да, я попал. Только, видимо, может, не в голову, ну, неважно. Так. Блин, меню вызывать и Tab, и M. На все клавиши, можно сказать. И Escape еще. Так. Кстати, насчет звука. Все отлично. Только вот я... не пойму, куда... А, опять сюда? Ну окей. Здесь ничего нового не появилось. Так, секунду. Не понял. Сюда, да? А, ну я помню, да. Оружейная мастерская. Подожди, а мы здесь разве не были? А? Ни приборов, ни инструментов. Пойдем за оружейником. Может, он наверху. Алтарь. О. Теперь там стоит Комсток. Да, вот так вот. Теперь да. О, а это кто? Чен Линь этот? Нет? Да. Мистер Линь? Чен Линь? Ха. Простите, Чен Линь? Кто вы? Говорит громко! Громко! За приборов ничего не слышно! Очень сумят! Я Букер Дэвид. Отойди! Приборы очень опасны. Да, вот так вот. Лучше плохо. Стать внизу с миссис Линь. Ое. Мы от Дейзи Фицрой. Надо поговорить по поводу изготовления оружия. Приборы очень опасны. Не место глупым людям. Хотеть без головы остаться. Мистер Линь. Внизу. Что с ним случилось? Помнишь его мертвым в камере? Может, он тоже отчасти помнит? С таким сложно примириться. Не знаю. Так. Ничего. Но я не понял, что делать-то? Вернитесь... А, стоп. А это разве не мастерская? Блин, ну ёб твою. Да вы шутите. А, нет. Забагалось, что ли? А чё по заданию? Где задание-то посмотреть? Ну, вернитесь к оружейнику. Я чё сделал? Не вернулся, что ли? Ну что, пристрелить? А, подожди. Да чё с ним делать-то? Не, стрелять нельзя. Ой, блин. Исцели мужа. Успокой его больной разум. Облегчи его. Простите, мэм, я ищу мисс Линь. Я миссис Линь. Нет, я про маленькую китаянку. Она... Это миссис Линь. Инструменты Ченя забрали. Что ему без них делать? Ваш муж, кажется, немного не в себе. Если бы он снова смог работать. Если бы он смог, он... Миссис Линь, можете сказать, кто забрал приборы вашего мужа? Проклятые полицейские. Они унесли их и заперли на складе в трущобах. И мы пойдем туда. Это так? Отлично, так и знал. С инструментами он придет в себя? Какая разница? Наверное. Без инструментов Чен Линь пушки не сделает. Идем в трущобы. Идем. Ты заметил?
У него шла кровь из носа. Угу. Тут это модно. По-моему. Чё, модно? Я зря открыл этот разрыв. А чё? Ёпта. За ним, быстрее! Не понял. А, вон, наверное. Так, а нам куда? Через них по-любому проходить. Опять разрыв. А, картечница. Такие звери, как гиены. Да. Возмутители спокойствия, которые только мешают всем жить. Ну, кто еще желает отведать свинца? Так, нам опять назад, что ли? Нет. Не назад, может, но... Эй, вроде попал. Да, теперь точно попал. Даже соли не использовал. Куда я их качаю, да? Ну, нужны, наверное, будут потом как-нибудь. А, смотрим. Так, вот это самая дорогая соль, считайте. Ну, здесь уже нету. Есть проход, точнее. Итак, здесь у нас патрончики. Ручная, по-моему, я не использовал. Дам. А здесь у нас опять эти... Нашла деньги. Плюсы к солям. Так, стоп. А, извините, как мне... Прой... Чё он написал? А... Ну, может, здесь что-то потянуть, рычаг. Да, так и есть. Хочешь спросить, спрашивай? О чем? О пальце. Я не... Да ладно. Для меня это такая же загадка. Может, Славий знает, но он не говорит. Прости. За что? Мое уродство отлично скрывает стильный наперсток. Говорят, в Париже сейчас все такие носят. Не понял. Где еще? Вон он. Золотенький. Букер, ракеты. Какие ракеты? Ну-ка, сейчас. Раз. 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 И давай. Шапочку-то сняли ему. Перезарядиться, дай. Да уйди ты, ёп. А, не успела осмотреть. Ну-ка, раз. Да, ловушка. И еще где-то. Все, да? Осматриваем по-быстренькому. А, пусто, как всегда. Ну, все ясно. Так, это соли. Мне не пришлось их использовать. Соли в основном для каких-то сильных противников, либо на крайний случай. Ну, тут турель, я так и знал, что тут есть что-то. Что-то, что может нам помочь. Так, ну... Вот здесь я вижу... Какой-то проход. Надо обязательно сюда сходить. А, мы здесь были вроде бы, да? Ну вот, пожалуйста. Про что я и говорил. Так, стоп, а вот это... Пистолет, это я взял. Так, здесь тоже какой-то рычаг, нет? Нет, здесь нет рычага. А, так там сюда! Тогда идем там, посмотрим, что. Так мне показалось туда вроде куда-то. Не, значит, действительно показалось. О! Запрятали. Ну-ка посмотрим, что тут у нас, господа. Блин, ну все то же самое. Я думал, какое-нибудь новое улучшение для снайперки, для еще чего-нибудь. Так, а тут ничего и нету больше, наверное. Соли нам не влазят. Ну, тратить соли, кстати говоря, не можно. Не стоит бояться, что они кончатся. Тут распиханы по карте. Ну, а вопрос в том, что... как удачно, как у вас получится их собирать часто. То есть, во время боя, я думаю, вам будет не очень легко собирать соли. Так,
Так, ну сейчас опять звонок, наверное. Ладно. Наверх или вниз, я не знаю куда. Трущобы. Загрузка прошла успешно. Но надо бы побыстрее. Ты, наверное, считаешь меня чокнутой. Девушка, которая оживляет мертвых. Единственный друг которой — это огромная птица. Наверное, я смешна. Тебе просто не повезло. Я ни за что не вернусь в башню, что бы ни случилось. Там нет башни. Они от тебя не отстанут. Почему? Что я им сделала? Ты их пугаешь. Хорошо. Так, идем дальше. Опа. Это низшие слои общества. Они морят вас голодом. Как это назвать там? Только просили. Они не дают вам учиться, чтобы вы не придумали чего лишнего. Сейчас как пальну. Чтобы вы гонялись за серебряными орлами. Чтобы покупать все, что они вам всучат. Но Дейзи Фицрой знает, что есть другой путь. Эти люди. Да вон сколько еды. Может, Дейзи права? Что хочет с ним поквитаться? Пусть сначала вернет нам долг. С нас пушки, с нее корабль. Можно сразу пойти в отделение полиции. Не понял. А. Или сначала заглянуть в тот бар. Что скажешь? Да, ну тут на небесах-то холодно. А ну отойди. Ага, сейчас тебе. Так. Варюга, ублюдок! Чего? Воу! Офигел, что ли? Из этой заварушки тебе не выбраться. Это кто сказал, а? Офигели? Я вон тут эликсир решил. Ух, тут, блин, вон сколько еды. А, не-не, пока не будем это жрать. Так, чё качаем? Еще щит. Отлично. Так. Все, идем дальше. Да кто там видит, я не пойму, я никого не вижу. Ладно. Наверное, туда мы сейчас пойдем, нет? Куда нам? Так, а нам куда-то туда. Значит, здесь осмотрим. Может, что-то есть интересненькое. Так, а вот тут. Из этой заварушки тебе не выбраться. Что-то взять, что ли, можно было? Нет, мне кажется. Наверное, казалось. А, подожди, так чё, я на них патроны тратить буду. Ну, кыш, господин. До свидания, всё. Вы чё, думали, я вас жалеть буду? Не, я у вас хотел всего-то прокачать, ну, соли. Ой, ну, щит там, соль, здоровье, прочее. А вы мне накинулись. Вы чё думаете, еда мне ваша? Не, ну, раз уж вы все сдохли, так что... Да, вот. Думает, что-то я тут пропустил. О, да. Что такое? Ла-ла-ла-лай. Так. Здесь я ничего интересного не вижу. Может быть, что-то есть, но я этого не вижу. Я вижу разрыв. Мешки с едой. Ну-ка. Но! Есть! Открывай! Сейчас. Обедать! Я так и знал. Эй, вы офигели, автомат? Так, стоп, а что-то тут еще было, нет? Ты это зовешь оружием? Это не оружие. Я так и знал, что они к еде побегут. Еда, господа. Ладно, идем по указанному маршруту. Так, прекрасно, прекрасно, прелестно. Я не понимаю. Господа. Почему с некоторыми людьми обращаются как с людьми, а с другими как с животными? О, в мире под нами такое происходит сплошь и рядом. Как? Ревунды дни?
Да, как при Вундадни. Что это такое? Вон день какой-то. Здесь ничего нет. Так.